Ярче, что все-таки сделал свет на базе? Да, вроде отключил. Да. Так, у меня эти штуки стоят. Нормально, прикольно. Тут уже стенок успели понаставить. Ты что, Рошу? Время зря теряешь. Так может съездить за досками, нет? Или что там на все хватает? Вообще можно. Вообще можно, если кто-то хочет. Карты 3 часа надо отрывать. На Курске больше спал. Да? А я там вообще ни разу не видел. Они рандомно же спал. Я вот видел в Березино и вот считай в той стройке. Нет, смотри, там в Черногорске же стройка полная, но... А еще есть этот... Пригородки. Вот в пригородках настрой. В Черногорске в трех или там в четырех местах. По двум. По две. Просто сгонял бы реально куда-нибудь до Березина. А если там нету, то сгонял бы к той стройке. Поехали, бревно, просто сгружим. Вы главное бревно вытащите, если у вас есть, они там есть. И нормально будет. Да, так не. О, ребят, уже гвоздей нет, нихера. Доски-то это хорошо. А гвозди? Кстати, я гвозди закидывал куда-то, я не помню. В какую-то машину вроде закидывал. Перепелая, блин. Колесо от бэхи, вы что сделали? Что за Франкенштейн, бля? Я сейчас здесь вот эту стену можно чуть подальше. Маленький вопрос. Так, заезжаем в старое. Будет поворот направо, сейчас где-то здесь. Вот он был, вроде как. А вот Зил слева стоит. Зил стоит? Да, сзади нас прям. У правого здания двухэтажного. Да, капот открытый. Да, посмотрим. Что, тут и больница есть? Давай-ка прочекаем здесь все. Так, зелок, походу, собирает. Акум уже стоит. Открыто. И ничего нет. Ярче, блин, больше. А, нет, есть. Не факт, что там никого нет, кстати. Я проверю больницу. Да, смотри, Вейкер, нам надо потом отсюда будет на северо-восток по дороге. Там еще небольшая военочка. Кто? Стреляет внутри. Понял. Он внутри тоже? Да, он внутри. Убивай его, если видишь, я в комнате. Этаж ты. Ты на каком этаже? Втором. А он? Он справа, походу, на втором. Кто по лестнице? На первую кто-то. По лестнице? Убивай. Убивай всех. Минус он. Есть вероятность, что он по тебе заливал, пока ты поднимался? Нет, но по мне не настрельнул, но что-то в домах не прошел, попал в бронз. Зомби работают. А во сколько там? Кто из вас? Шайтан, Викер, Фёр? Всё? Так, по 90.
У него был Витязь глушителем. Похоже на то? Да. Я открыл дверь, я иду к тебе. Ты не жду? Да. Под лестницей. Смотри, я тебя не смогу прикрыть. Двери кто? Я двери. Сейчас пойду. А есть человек, еще один. У больницы. Машину зовем. У больницы еще один. С какой стороны? Блять. Он через Байкер? Дорогу, дом черный. От больницы через дорогу на запад черный дом. Сейчас чек на его с окна. Вижу, вижу, он там у меня смотрит. Сейчас его поагрим. Надо. Он внутри больницы или снаружи, на улице? Снаружи, он через дорогу, черный дом. Одноэтажный? Справа, да, справа он стоит. Вижу. Дал ему два хита. Пошел пушить. Да, я раньше. Сознание. Сознание, блин, ёпта. К нему зомби пошли на его выстрел. Он бежит вверх к церкви. Дал ему еще плюху, он упал. Актера найдешь, Вейкера? По зомби работает. Он бегает? Да-да-да, я подбегаю к машине. Где? Я вот слева за дом. Дал ему контрольный. Перезарядка. Я выпнул. Да, понял. Я мне ствол нужен. Я без ствола. Да. Ты где? Вы у машины, да? Я в церкви. Я в церкви. На горочке церковь, я в церкви. Так, этот тип был с СКС-кой. Который мне не лезет там. Актёр, ты вокруг дома бегаешь? Нет, я возле тебя. Какого дома? Кто бегает? Под окнами прибежал. Там, где ты меня, я справа тебя шепом. Я справа тебя шепом. А, да, вижу, понял. Показалось, кто-то за ментовку, что ли, прошел. Зомби, да. Вейкер, ты не у ментовки? Не-не, я у машины. С красной сумкой, кто у ментовки? Сука. Он вправо. Вправо от ментовки идет, примерно как к Зилу. Красная сумка спортивная. Да, справа он. Вейкер, аккуратно! Убил его. Вейкер, живой? Не-не, у меня какой-то очень мало. Блять, ну он бы тебя с дробовика с какого-то бахнул. Да. МП-7 у него. И дробь, да. Так, быстро беру все самое нужное. Ты у меня хочешь? Складывай Вейкера, наверное. Что там у него было? А, ну я попробую березницу. Гвозди. Гвозди, топоры, скотч. Кстати, аккумулятор. Они как будто тоже где-то машину тут свою оставили. Они, может, зуб собирают. Нет, у него с собой свеча и аккумулятор. Понимаешь? Я пока в тачку все в наши кидаю. Наших патронов-то не осталось прям толком. Так.
мне вроде был. Взелки, карта. Колеса. Так у них колеса в взелке лежат. Да ладно. Да? Это их взелок. Вот они тут и были поэтому со свечами. Сейчас на двух тачках поедем. Где тут аккумулятор? Так, я зашел. Это сейчас он убегает в сторону воды. Должен вроде бы он. Но он в женской одежде. Ты старый мужик в палочке горошек с рюкзачком. Да, да, он. У меня пока текстурки не прогрузились, смотри, кто-то бежит. О, магазин у меня типа взялся. Что-то ничего не понял, как это случилось. Это что? Оба. Это по мне. Где? Это не мужик горошек, это кто-то другие. Ой, быстрее грузитесь текстурки. Откуда примерно, не понял? С севера. С улицы, с дома? Снаружи, снаружи будто. Ну все попали, нет? Не. Блять, зомби стукнул один раз, я сразу. Открой. К нам крался один. Убил? Убил, да. М1 у него. Да, это он. Зеленая кофта, да? Бля, через зомби бегут толпой сюда. Я его не видел, он просто выстрелил, сделал такой. С топором, блин. Винтовка, попробуй возьми ее. Что-то я не смог ее нащупать. У меня еще руки сломались. Бочка? Тут бочка стоит. Может, он бочку нес? Может быть. Надо ее увезти. Возьмешь топорик двуручный? Тебе не надо, нет он? Так. Ты по 20 их надо обменять, ты их доп... Ты же еще вот полезет, считай, стак. Если вот эти подвинуть сюда, еще сейчас так полезет. Как они там стакаются? Может, по 17 хотя бы. Этот маленький топорик куда-нибудь сюда положить. Или себе в сумке еще тоже распихать, в принципе. Да лучше дай, лучше дай мне, если что, ты в бой лучше попасть будешь, а я это... Слушай, а что если бочку еще накидать? Бочку взять? А нельзя, нельзя. Полную, не возьмешь полную бочку. Все, сели? Да. Дальше справа, свет забыли, время там. Вот. Сейчас на базу приедем и пойдем. Через города прям поезжу побережье на скорости ехать проще будет. Через электрочное? Да, электрочное. То время. Да, мы сейчас вот к базе подъезжаем, бросаем машины. Там дверь открыта. Вы болтайте все, мы сейчас бросимся. Да, хорошо. Приехали. Гвозди, доски, полная машина. Красота. Там гвоздей было. Чего, ну две пачки есть, привезли. Ответ. Смотри, как сложил прикольно. Доски, сверху топорик такой лежит. Вот налево на лоб.
В смысле, ты сказал, ты с севера хочешь машину ставить? Ну, а, вообще с самого севера? Нет, я имею в виду просто север. Северо-восток, так. Сейчас вот тут направо, я думаю, завернем за деревней. Там наверху ангар есть, просто на отмычке закроем. В ангаре можешь пропасть. Нет, что? А церковь ходибельна? Это в лесу тут поставим. Вот тут справа. А, налево, конечно. А, в лесу. Мы сможем оттуда выехать, просто интересно. Там что-то. Скорее сюда, сзаду машина должна быть. Сюда я так поставлю ее и все. Сейчас просто снимем с нее все нужно. Радиатор оставьте. А то с водой будем геморроиться. Кастовые с синими повязками. Зеленый не прибить. Ничего. Бесконечно там. Не, он да, он за ней бесконечно будет бегать, пока не убьет. Либо пока не ищет. Либо застрянет где-нибудь, может. Двое таких. А, вон они, видишь. Вы видите, паучи, тапски, говорите. Твою мать! Ёптачи! Правую кнопку нажимаешь, стреляет. Перезаходил? Ну, спасайте актера, там сейчас толпа побежит. Да не, я его убрал. Сейчас я перезайду. Ты можешь скинуть на землю и поднять. О, сразу на юге выстрелы какие-то. Пересрался. Я тоже, блядь, ты в упор со мной стрелял. Я хотел, понял, я хотел просто ударить в лицо прикладом. Подымаю и... Кто-то уже пришел наверх в казармы? А в двухэтажной казарме нет никого? Нет. Не-не, мы... Мы он с Викером в лесу. Да, там кто-то есть, 100%. Да, подходим. Посмотри, может, не один. Тише-тише, он не знает, что я подошел, скорее всего. Господи, перелезь ты, блин. Да-да. Причем внутри, походу, я-то засел. Я второй этаж смотрю сейчас. В южную часть. То есть к двери он пока не выходил. Убило. Кажется, он думал, что я его друг, слышишь? Еще один есть. Он так спокойно на меня вышел просто вообще. Либо он глухой, меня не слышал, либо думал, что я его друг. Проверяю второй этаж. Чисто. О, блин. Все, он даст инфу, что я тут. Кто это? Нормально, зомби через закрытую дверь зашел. Красиво. Кто это? Блин, ко мне зомби заходит через закрытые двери, это нормально? Бывает. Хера себе, бывает, они просто идут ко мне, идут. Здорово. Кто? Я. Некко пауэр кто-то. А это кто? Ты, я по зомбям, они ко мне идут, идут через дверь. Хорошо, сейчас смотрите его. Задолбали, блин.
на открыто компакт открыт. Гаражи не открывать. Три гаража есть. Газар. Здесь дверь открыта у дома. Нормально, нет? У меня вверх вроде бы есть открытый. С рестартом. Вроде рандом. Даже не рандомно, а не. Рандомно, рандомно. О! Патроны на выхлоп. Так где ты нашел? Зомби. Он у тебя где-то шлем. Вот в горках шлем. Ага. Ну, короче, заберу его себе. А ты его одевал на себя? Одевался. Мне не лучше. Неудобно. Ну, вообще неудобно. Только если очень на близких расстояниях вы. О! Все нормально? Все живы? Все хорошо? Теперь, да. Теперь нормально. Вы видели, что было? Нет. Мы просто ехали к елочке. И мы пешак подъехали к елочке. Да? Не спеша? Ладно, хорошо, бля. Ёптать, бля. Думал, все уже, хана. Ну, на 360 где-то я развернулся несколько раз. Я потом тихонечко подъехал к этому кусту. Ехали, это как раз мы ехали. Летали. Чё, вы подъезжаете где-то, нет? Да-да-да. Почти подъехали. Нашу базу, короче, невыгодно рейдить, потому что тут FPS садится и будет. Там на квадратный метр сколько построек сепаратных. Из 160 сразу на 50. Нехилый такой дроп по FPS. Приехали. Ага, закрыл дверь. Вышел прям через дверь. Я через так смотреть, у сетка висит. Ага. Там, короче, броники в зеленом ящике. Подмышка. Куртки. Ну, что он пользуется читами, я видел это. Я видел, я знал. Ну это все объясняет. Смотрите. Будет наоборот, будут дебилы заходить на сервер и говорить, типа, вот, вы же админы, вы здесь все себе спавните, зачем вы здесь играете? В этот момент уходит шайтан, свистит на 10 метров спал, он говорит, да не, мы никогда так не делаем. Да-да-да. А говорили, да, такое? Да. А, мне такое писали. Потому что, значит, они еще, значит, они закрыты до сих пор. Ага, да-да-да. А не потому, серьезно. Что там сейчас стоит, короче, там... Сколько там зомби, судя по звуку? Там нету зомби вообще ни одного. 20 есть? Ага. Ни одного зомби, бля. Вообще проверю. Теперь ты попалась. Теперь ты никуда отсюда не уйдешь. Что ты сделал? Я в том месте, где должен сидеть шайтан. Чё не агрится-то? Алло, актёр, ты здесь? Она, короче, дальномер фиксит и рацию. Это о чем? Я не знаю, кто это делает. Шайтан. Но не надо этого делать. И поливать начал. Тут вокруг меня зомби появляются кучками. Это совпадение. Забей. Почему как ну, стало, как будто в линзу смотришь, в оптику? Это новые какие-то прицелы такие, или... Ёп! Полетел! Это
мод же другой, не тот, который на БП. А что они прыгают, я не пойму, бля. Да? Советом видел, да? Ага. А, они типа прыгают за Айдаром и их выкидывают вверх, прикинь? Слушай, прикольный баг там. Ладно, я отпускаю тебя, ты можешь идти. Чем подумал? Ага. Плыви называется, да?